У меня на сайте, самом верху, одна из последних новостей сайта, статья моя называется «Мы потомки гермафродитов». Поэтому геи – нормальное, естественное явление. Вот. Но если мальчики должны расти как мальчики, бесконечные игры, физические упражнения, вот, или игры на улице, или в спортзале, то геев минимальное количество, они природные. Я ими руку подам и уважать буду так же. Это такие от природы. У них есть свои качества. Какие у них великолепные качества. Они ближе к женщинам, у них другая половинка мозга более развита. Они прекрасные, что касается мира искусства, он во многом им принадлежит. А мы любуемся, мы слушаем их песни, мы слушаем их музыку, мы это самое, танцы, балет, все что угодно. Это настоящее природное, мы потомки гермафродитов. Но делать из мужчин, защитников страны, из сильных мужчин слабых, а из слабых мужчин, которые просто, ну, менее развиты у них половые органы мужские, гормонов меньше мужских, от природы уже делать из них геев, и это нет, не сознательно, но целеустремленно невероятно. Всей страной, всей планеты, кроме китайцев этих самых, мусульман. Ведь им мир принадлежать будет через, нет, не через 100 лет, а через несколько лет. Так, наболело. Сейчас посмотрю я. Ну, вроде бы новички есть. Вот опять здоровый Александр Алексеевич Ребрик. Вы знаете, я найду потом, у меня есть фотографии, я их фотографирую прямо с вашего этого, с вашего прекрасного журнала «Вестник садовода». А там мои фотографии. Вот, когда, я потом покажу их, когда они, Алексеевич, когда они, люди, вот те, кто прямо сейчас, ну вот найти это минут 20 я не смогу быстро. Ну, на следующем, может, вебинаре покажу. Такой красоты вы изобразили мои плоды, необыкновенно, да еще как-то. Вот, в вашем журнале они гляделись настолько ярко, необычно. А ваш журнал, это журнал, извините, этих докторов наук. Вы их в основном печатали. Почему никто не обратил внимания? Почему не было никакой реакции? Ладно, это опять наболело. Поехали. Виктор. Здравствуйте, Виктор. Привет, Антон. Антон Валерьевич, еще раз говорю. Если завтра меня на экране не будет, я вас с того света достану, если не будет вебинары продолжаться. Вы самый подготовленный после меня в России человек проводить вебинары. Это не дано ни той Наталье, ни той Ольге, сколько бы они ни кончали академию. Достану. Как это будет выглядеть? Это уже ваша проблема. Вам Бог дал знания и садовые, и знания компьютерные. Галя, привет. Елена, привет. Таня Лугнец. Я с Волынской области. Вы не землячка, а Тань. Бухтиярова, Казахстан. Привет. Это боль. Я тоже очень... А, это вот ваше письмо. Я тоже очень возмущаюсь по поводу сбора и увоза листьев. Ну, Таня, можно вас расцелую? Ну, где вы так далеко? Виталий Шестак. Всем благородия и силы. Петербург. Опять Таня. Путин уже сказал, что вакцины добровольно, но вы посмотрите, что творится. Приказ увольнения. Эх, Таня, Таня, дело в том, что неизвестно, чем все закончится. Вот, потом мир разделится уже по другому принципу. Ой, никто не знает правду. Никто. Это надо заглянуть в будущее, а нам это не дано. Путина, это Таня же, Путина не слушает, или он тот, у кого раздвоенный язык, говорит одно, делает другое. Так, политику мы не касаемся. Вот.
Так. У нас, Шостак, у нас опоздали с покосом, и на газоне лежит колосистое сено. Так? Я замульчировал все деревья, это спасает от питерской жары. Ну что, нормально? Непривитое сеется манджурца от внука. Интересный вариант. Заказ внуку 20 штук по 1000 рублей. Так. По 100 рублей. Минуточку. 20 штук по 100 рублей. Непривитое сеется. А, внук-то это Тимошке. Сказать Тимошке, что это? У него уже первый есть этот. Но видите, как в чем дело. Сейчас торговля начнется. 100 рублей – это бутылка пива. А здесь саженец. Я же вам показывал. Вот смотрите, Виталий, вы понимаете, что если он заработает 2000, это, конечно, хорошо. А как раз на этом его саженцы кончатся. Я не то, что это. Если других вариантов не будет, пришли эти 2000, да, так и будет. Я согласен. То есть это, если вы, допустим, никто не купит. Но посмотрите еще раз. Вот это. Сейчас я вам покажу еще раз. Я почему к этому возвращаюсь? Ну, слаб человек, слаб. Вот. Слаб. У нас время позволяет. Вот этот самый. Включаемся. Вот. Понимаете, в чем дело? Это с дикаря. Вот, смотрите. Потом, кто захочет, еще посмотрит, как у него получилось. Он же не просто так. Он все по моим следам делал. Смотрите. Получилось настоящее это. Ну, случайно забыл упомянуть мою фамилию. Так бывает. Вот они результаты. Смотрите. Это мои сеянцы. Так. А теперь смотрите. За 100 рублей, а оно у него давало, смотрите, от 20 до 58. Я ему высылал. То, что вы видели, они уже такие. А вот это было у меня дикие, тот манжурец, он считался долго диким. Да сейчас он почти такой. А у него, у косточек, есть еще культурные папы. А они, птенцы падали, и вот такие вот кости не были. Я ему высылал вот такие. Я не помню, то ли по 50 рублей, то ли по 20 рублей. Вот. Буквально. Но это было лет 10-12 назад. И смотрите внимательно. Это просто чудо, что ни обмана, никаких тебе нарисованных, что это ученый труд директора на тот момент, исполняющий обязанности директора института Миасского. Есть же адрес, есть все. Есть живой человек. Александр Юрьевич Ваулин. Смотрите. Вот. Видите? Я чуть ли не торговлю начинаю. И это все косточки с одного дерева. А помните это самое, что это, как эти Наталья с Ольгой, как они меня припечатали? Они не сказали, что я мошенник, они сказали, это мошенничество. Вот. Они не сказали, что я лжец, они написали, что это ложь. А вот эту ложь фотографии-то делал Ваулин, директор института. Посмотрите, а вы говорите 100 рублей. А я с Украины родом чуть не сказал хохол. Так что, извините, я еще поторгуюсь. Вот так вот, видите? Это то, что вот эти вот такого размера, где тут у меня карандаш? В общем, карандаш. Вот такие я ему выслал. Вот так вот, так что, а я сразу не понял, внука, думаю, это, даже сразу не врубился. Так что вот, давайте дальше читать. По 100 рублей, это, извините, это даже это. Будем считать, что вы в первой очереди. Ну, а дальше это самое, как называется, аукцион. 200 рублей, кто больше? 300 рублей, кто больше? Я считаю, их реальная цена, я, народная, учитывая, что у нас бедные люди, население. Ну, нет, не так. Я избегаю этого слова. Скромный образ жизни. Вот, что кто-то выложит, ну, 1000 хотя бы. Это несправедливо. Справедливо это 3-5 тысяч, потому что такие, я же вам показывал. Продавали и по 15, по 25 тысяч. Правда, переростки. Вот, так что вот, мне сразу вспомнил, что это самое, что я с родом с Украины. Я еще поторгуюсь вместо внука.